кто бы там ни был заинтересован в этом преступлении, а все-таки говоря об этом, надо помнить, что люди, вошедшие на территорию Израиля, убили огромное число людей, крайне жестоким образом убивали детей, убивали беременных женщин, убивали стариков там, и так далее. Они все преступники, они все убийцы. Вот. Но, возможно, кому-то это было выгодно, демократам, не демократам, марсианам, я не знаю кому. Но вошли на территорию Израиля бойцы Хамас, приказы войти на территорию Израиля давали им бойцы, давали им командиры Хамас, ну, следовательно, вся ответственность на Хамас. Я предпочел... Но расплачивается за,